Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Мій сьогоднішній гість – директор департаменту ЖКГ міста Миколаєва Андрій Палько. Вітаю! Добрий день. Чиновникам, зв'язаним з жилищно-комунальной сферой, обычно задают такие типовые вопросы. Текущие крыши, открытые люки, там, разбитые дороги, тротуары, тарифы. Ну и все в таком плане. Но я хочу затронуть не менее важные темы, которые касаются вопросов жизнеобеспечения, в общем-то, всех николаевцев. Такой очень важный вопрос, как подготовка к зиме. Буквально вот немного времени еще пройдет, и тепло от нас начнет потихоньку уходить, и мы начнем, ну, если не мерзнуть, то задумываться о том, что будет через пару месяцев. Да? Каково состояние, например, внутридомовых сетей? Готов ли жилой фонд к зимнему сезону? Что вообще происходит в этой сфере? Пожалуйста. Основным заданием города и жилищно-коммунальной сферы – это подготовить город к осенне-зимнему периоду. Это очень большой фронт работы, и как только заканчивается отопительный сезон, сразу же начинается подготовка к новому, потому что анализируются все дефекты, которые были, все замечания, все планы, где, что, как, для того, чтобы подвести и привести в готовность дом и жилищно-коммунальную сферу. Поэтому работа эта проводится на постоянной основе, и на данное время уже, по сути, мы выходим где-то на какую-то финишную черту по готовности. С технической точки зрения хочу подметить, что от городских властей зависит в первую очередь это техническая готовность коммуникации, систем, сфер к приему тепла, транспортировке и получению. Это то, что касается внутридомовых сетей? Внутри, внешних тоже. Котельных. То есть это касается вся техническая часть нашего. Ну вот я знаю, летом проводилось достаточно много работ по, скажем, изоляции воздушных сетей, да, которые еще остались в городе, на которые много нареканий и так далее, что через них уходит лишнее тепло, и как бы мы за это как бы, ну, просто вот воздух платим там, и так далее, и так далее. Но, например, в Фейсбуке тоже люди выкладывали фотографии достаточно много в нескольких районах города, и было видно, что, допустим, изоляция уже более современная труб. То есть, ну, что-то проводилось. В принципе, количество вот этих воздушных линий, оно уменьшается? Или все-таки нет пока возможности упрятать всю землю, либо избавиться как-то? Потому что, ну, изоляция, какая бы она ни была хорошая, она все равно разрушается со временем, и в какой-то неподходящий, допустим, там месяц зимний, где-то дырка может быть, через это будет уходить тепло и так далее. А люди, естественно, будут платить. Здесь вопрос спорный, потому что есть определенные плюсы воздушных теплотрасс, есть определенные минусы. То есть к ним можно добраться, если что? В вопросах эксплуатации с воздушными намного легче. Но, конечно, это имеет неэстетичный вид. Это где-то и вопросы, связанные с потерей теплоносителя. Потому что, как бы то ни было, немножко земля сдерживает дополнительно еще тепло, которое проходит по тепловым сетям. Работы такие по изоляции проводятся постоянно. Каждый год анализируются участки, потому что нету ничего вечного. Есть какие-то участки, которые пришли в негодность по времени. Есть участки, в которые физическим вмешательством, то есть люди самостоятельно взяли, разорвали, там, путем того, что где-то что-то понадобилось дома, там, какой-то утеплитель и так далее, и тому подобное. Где-то какие-то другие мероприятия. Но работа такая проводится постоянно, и работа проводится и на по сей день. Потому что с теми тарифами, которые есть на тепло, люди очень ощутили всю тяжесть бытия, да? Да, всю тяжесть бытия, и вопросы энергосбережения, вопросы экономии энергоносителей очень-очень важны. Потому что одно дело подготовить технически к пуску тепла и подать тепло, принять тепло. А другой вопрос, какое тепло придет. Потому что котельная, если выдает, например, параметры, у него в котельной идут там, хорошие, там, например, там, 75 там, на 60, идут параметры теплоносителя. В дом приходят параметры, например, там, 50 на 35. Но это уже плохо, потому что
счетчик считает. И то еще хорошо, что счетчик считает. Если есть счетчик, да? Ну, счетчики у нас в основном уже, слава по сути, Богу, везде есть, там за редким исключением. А так пришло это тепло. Вроде как и цена за геокалорию приличная, но и тепла как такого нету. Кроме всего прочего, в самом доме идут потери. То есть как быть еще с этим? Потому что наши дома строились без учета класса энергосбережения. Ну, это на самом деле очень, очень такая обширная тема энергосбережения. Я вот еще... Да. Там в вашем вопросе хочу сказать, что технически город к осенне-зимнему периоду подготавливается и будет готов тогда, когда температура пустится, к пуску тепла. Единственная проблема, которая может возникнуть, это вопрос, связанный, опять же, с оплатой за газ. Каждый год в начале отопительного сезона идут нестыковки между НАК «Нафтогазом», теплоснабжающими организациями в отношении того, по какой цене покупать газ, когда запускать, номинации, лимиты и так далее и тому подобное. То есть здесь вот вопрос, который связан непосредственно уже... Вы хотите сказать, что в этом году тоже есть некая опасность того, что отопительный сезон может несколько задержаться из-за вот этих финансовых нестыковок? В прошлые годы у нас не было такого, чтобы он задерживался. То есть мы выходили всегда в уровень, но это проходило всегда очень тяжело, потому что приходилось это решать вопросы через облгосадминистрацию, через кабинет министров, через министерство, для того, чтобы был, хотя у нас показатели по оплате довольно высокие. Мы находимся в одних из лидеров по оплате за энергоносители. А еще такой маленький нюанс, вот, который меня лично удивил. Опять же, информация из Фейсбука с фотографиями. Значит, вот летом появился, ну, например, там на примере одного дома, но я так думаю, что это не единичный случай, появилось любопытное объявление, подписанное ТЭЦ, нашей Николаевской ТЭЦ, о том, что людям предлагают отказаться, ТЭЦ предлагает отказаться от централизованного отопления и перейти к автономному отоплению и горячему водоснабжению дома. То есть вначале действительно это меня удивило, потому что, ну, как это в простонародье, «що сюлісі здохло», да? Как это так, мол, ТЭЦ и предлагает отказаться от своих услуг. Вот. Но потом выяснилось, что это дом там восьмиквартирный, двухподъездный, то есть старой постройки, и ТЭЦ действительно не очень, ну, как бы и в техническом плане, и в экономическом плане не очень выгодно доставлять вот централизованные условия, людям предлагают перейти на автономку. Вот скажите, пожалуйста, эти примеры, как я подозреваю, что они не единичны, но насколько они будут шириться, и, ну, если есть какая-то информация? Да, действительно, по данному направлению есть порядка 40 домов, которые мы проанализировали по итогу отопительного сезона. Целесообразность устанавливать там счетчик тепла как таковой нет. По подаче теплоносителя, по тем тарифам, которые приходят людям, там получается очень дорогой теплоноситель. То есть это конечные дома, маленькие, жилкопы, там 4, 5, 6 квартир, которые остались на централизованном отоплении. Идут большие теплопотери в связи с тем, что подать туда, на конечный дом, он приходит недостаточного качества, и начисление идет, потери. Вообще дорого просто. Да. То есть это дорого получается, как и для самих людей, как и для теплоснабжающей организации. Поэтому в данном формате было предложено людям, что если есть такое намерение, то есть возможность перейти на индивидуальное отопление. Но весь дом должен перейти, правильно? Там же поквартирно невозможно. Весь дом должен перейти. При этом, естественно, будет оказываться максимальная помощь межведомственной комиссиями в оформлении пакета документов для индивидуального отопления. И, естественно, что у нас по программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено, что если семья малообеспеченная, то такие работы выполняются за счет бюджета. Какие именно работы? Проектные вы имеете в виду? Либо покупка оборудования? Проектные и монтажные. И монтажные, да? А вот, например, ну, какая-либо помощь, ну, в виде, может быть, там, льготного кредита, либо помощь, вот, по примеру, вот этих вот софинансирования, там, город, она вообще может присутствовать в подобных ситуациях? Ну, например, там, семья, вот, дом решил перейти на автономное отопление, да? Вот.
Вот. И они обратились, например, там, или к вам, департамент ЖКХ, либо в принципе вообще городской власти, за помощью. Ну что, котлы не дешевое тоже удовольствие, и выложить там, я даже не представляю, сколько они сейчас стоят, ну 1030, наверное, как минимум, да? Примерно там в среднем. То есть такую сумму для семьи любой, даже там малообеспеченной, среднеобеспеченной, сразу найти сложно. А кредит взять в банке под, там, под 30% тоже достаточно проблема. Вот есть ли такие программы в городе? Есть государственная программа поддержки в таком вот формате перехода на альтернативное отопление, изменения. То есть предусматривает оно порядка до 70% погашения кредита, тела кредита на оборудование. То есть, если человек берет в банке, там банк прописан, это Укрэкзимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк. То есть на этих трех банках, если берут кредит, оформляют по данному направлению, 70, до 70% погашает государство. Остальное уже погашает непосредственно заемщик. Город при этом участвует также, потому что город берет на себя обязательства по процентной ставке. То есть это довольно неплохой вариант, да, который позволяет возможность сделать работу не только по замене и установке индивидуального отопления, но и где-то утепление, где-то замена окон. То есть вот та энергомодернизация, о которой мы говорили выше. То есть это вот оно действительно помогает. То есть есть такая вот городская программа и государственная, которая позволяет вот такие вот работы выполнять. Кроме того, люди, которые малообеспеченные, там проходят соответствующую проверку департамента труда и социальной защиты, администрации района о том, что их доходы действительно не позволяют провести такие работы, и эти работы выполняются за счет городского бюджета. Ну, это отлично. Поэтому я думаю, что в этом есть вариант, в этом есть зерно. Я хочу перейти к другой теме немножко, вот к теме лифтов. Насколько я знаю, в городе существует определенное количество лифтов в многоквартирных домах, которые по какой-то причине не работают или находятся в стадии ремонта, или ну, что-то вот с ними такое случилось, они не работают. Естественно, проводятся ну, ремонты, естественно. Но в начале года, я помню, прошла достаточно помпезная такая информация о том, что назовем это так, некий бизнес хочет в Николаеве построить такой какой-то там суперсовременный, супермодульный какой-то завод по изготовлению лифтов. Либо по сборке, либо что-то там такое, по какой-то там супертехнологии. То есть это как бы прозвучало так здорово, многие обрадовались, и на этом все закончилось. То есть до сих пор тишина по этому заводу. Может быть, есть у вас какая-то информация, что собственно, приключилось там? Будет ли завод, либо бизнес этот ушел, что-то ему не понравилось? Пожалуйста. Я думаю, что такая перспектива у нас есть, и она будет реализована в свое время. Но надо понимать, что это является бизнес, это является инвестицией, то есть это полностью инициатива инвестора, который зайдет на территорию города Николаева, хочет построить здесь завод с целью того, чтобы взять на себя рынок юга Украины по материалам, по комплектующим. Действительно, такой вопрос назрел, потому что мы на протяжении многих лет покупаем оборудование в Белоруссии, Могилевский завод лифтового оборудования. И запросы, которые идут на этот завод, и потребности, которые есть, намного выше, чем способности завода. Мы, например, в прошлом году запустили порядка 10 лифтов, которые не стояли более 20 лет. В этом году, я думаю, что мы запустим 5 лифтов в ОСББ «Здоровье», которые тоже более 7 лет лифты там не работают. Вы имеете в виду совершенно новые лифты, то есть не реконструированные старые, а вообще новые? Абсолютно новые лифты для того, чтобы там работать. И в принципе мы выходим на ту позицию, что у нас в городе Николаеве все лифты находятся в рабочем состоянии. Останутся только те лифты, которые ну, по технической причине выходят на какой-то короткий срок. Да, это никуда не денется, это все-таки техника, и она практически ломается, ее надо восстанавливать. Но
Работы были проведены, переговоры с греческой компанией. Она приезжала сюда, смотрела место, где можно расположить завод, где условия, возможности. Пока они взяли паузу для проработки своего инвест-проекта, бизнес-плана. Кроме того, ездили наши представители в Турцию, также само общались с местными производителями о том, чтобы и сюда перевести какие-то вот виды работ. Пусть даже не полноценный, там, делать лифт, но хотя бы делать основные комплектующие, которые используются для того, чтобы мы не тратили время, потому что мы же понимаем, что это растаможка, транспортировка и так далее, и тому подобное. Ну и время, да? Да, то есть мы по времени, поставка материалов, лифтового оборудования составляет порядка 2 месяцев. Это очень длительный срок, поэтому такой интерес есть и такая проработка ведется. То есть перспектива есть? Перспектива такая есть. Я думаю, что расположение города Николаева, оно как-никак полезно и будет эффективно для подобного завода на территории города Николаева, либо Николаевского. Назовем это так. Расположение города Николаева располагает к, и дальше троеточие. Некоторые районы Николаева выглядят ухоженно, их неплохо убирают, а некоторые выглядят как фавелы в Рио-де-Жанейро. Ну, это такие самозастроенные районы, их иногда показывают в фильмах. В общем, ужас и кошмар. Вот у меня такой вопрос на засыпку. Если бы дворовые рабочие, ну или дворники, да, как их раньше называли, были, например, трудоустроены не при ЖЭКах, а непосредственно в мэрии, или как вариант был бы создан такой себе некий кооператив дворников, назовем это так, кооператив, да, это бы решило проблему с нехваткой, например, рабочей силы, либо с какими-то этими... как я их называю, лысыми участками города, которые там выглядят неухоженно, с каким-то там мусором, который там может там неделями не убираться. Вот как вы считаете? Я считаю, что здесь такой очень щепетильный вопрос, наболевший вопрос, потому что зимой поднимается вопрос о том, что никто не убирает тротуары придомовые территории, летом, что там грязно одето, где-то чисто. А все зависит от зон ответственности и закрепления. Если мы говорим о ЖЭКах, то на территории ЖЭКов при всем при том есть более-менее порядок в рамках закрепления. Но если мы пройдем, например, на пару метров дальше, там начинается уже, например, территория какого-то предпринимателя, либо какого-то застройщика, либо объединение с владельцами квартирных домов, либо еще где-то что-то. Там начинается уже, как вы сказали, фавелы какие-то начинаются. Все вопрос того, что не согласовано о взаимодействии подобных служб, что где-то попытки сэкономить 2 копейки для того, чтобы не заплатить дворнику за уборку той или иной территории, приводят к такому виду нерадивому в городе Николаеве. Мы по этому поводу провели работу летом с администрациями. Мы встречались с общественниками с тем, чтобы можно было вычленить зоны, которые на сегодняшний день есть, и перераспределить зоны ответственности между департаментом и администрацией, чтобы появилась логика в зонах уборки улиц, микрорайонов, кварталов, и выявить те зоны, которые пользуются спросом у жителей города Николаева, но за ними никто не закреплен, так называемые пустыри. Львиную долю мы этой работы сделали. Соответствующее решение есть по закреплению этих зон, перераспределению этих ответственностей. Я думаю, что ситуация намного изменится по следующему году, так как это решение вводится в силу с нового года. Это связано с бюджетом, связано с тем-то. Что касательно дворников, то есть в этом деле логика для того, чтобы было как-то сегментно по квадратам сделана зона ответственности, и предприятие убирает всю территорию,
вне зависимости, кто там собственник. Это вот есть такая, и у меня такая мысль есть в отношении, что ну, не получается у нас как-то. Вот здесь предприниматель не хочет, вот хоть убей, хоть тресни, ну идем, мы его штрафуем, составляем протокол. Неделя все хорошо, потом опять начинается, вот забыли урну почистить. Пока урну не почистили, ветром уже все раздуло, на утро приходишь, оно все там летит или там в обед. Дело в том, что такие вот вопросы есть. Я имею в виду не столько, ну скажем, центральные части какие-то, вот там, где проезжая часть, там, где находятся магазины, это все. А вот, например, подобную картинку можно увидеть даже внутри больших дворов. Вот какая-то часть двора убирается, там чистенько все, а буквально там через 5-10 шагов куча мусора, видно, что это долго не убирается. А зона ответственности одного и того же ЖЭКа. И вот что там происходит, и вот ну, как бы люди иногда задают вопрос, как так может быть? Причем дома, ну вот я знаю, там ЖЭКовские, то есть нет, один дом ОСМД, один ЖЭКовский, да? Причем говорить об ОСМД, то они, насколько мне известно, более ответственно относятся к уборке своих дворов, потому что они нанимают людей сами уже, да, то есть не ЖЭКи. Конечно, могут быть исключения, безусловно, но, как правило, дома ОСМД, они как-то более ответственны, потому что это их уже двор. Вот то, что вы назвали, в основном такое возникает о том, что в одном дворе и ОСМД, и ЖЭК. Угу. И со стороны ЖЭКа говорят, что вот это уже не моя зона ответственности, это уже СМД. А СМД говорит, это тоже не моя зона ответственности, это ЖЭК. И начинается вот притягивание канатов. Не могу не задать вопрос. Вот, скорее всего, уже по следующему бюджетному году, как вы считаете, что у нас будет вот с вопросами озеленения? С уборкой, например, травы, с покосом, да, вовремя, с вопросами, ну как у нас есть человек в городе, который придумал такой термин «отцветочивание». Вот, вот что с этим будет? Самое интересное, что в этом вопросе есть и противники, и защитники. С одной стороны, приятно, когда ты ходишь, смотришь, вот, красиво цветет. С другой стороны, не хотят же задумываться о том, что эта же красота требует средств. И так не бывает, что... Высадили, оно само себе да, растет, само да? Себе растет. Это должен быть полив, это должна быть постоянная замена. Это облик города. В основном эти же клумбы находятся в точках массового скопления людей. В точках, где находятся какие-то транспортные развязки, эти наши кольца. Там, где они всегда на виду. И вот влияние газов, от влияния пыли и все прочее, растения что же, вот, они погибают. И за ними надо постоянный уход. Постоянно менять, постоянно подрезать, постоянно поливать, постоянно ухаживать за ними. Это удовольствие стоит денег. И, как есть старое выражение, совершенству нет предела. Поэтому мы надеемся, что в данном бюджете, который будет заложено достаточно средств для того, чтобы мы улучшали облик города. Стоит задача городскому голове, что при всех работах по озеленению мы максимально должны срабатывать по капельному поливу, для того, чтобы мы ушли от того понимания, что наши зеленые вот насаждения, парки, скверы, мы поливаем со шланга, заливаем их, оно там где-то ломается, падает, те цветочки потом восстанавливаются. То есть это нормальная, здоровая практика, особенно для нашего города, для южного города, когда много солнца, много солнца, тепла. И да. Уже в июне месяце начинает все зеленеть, то есть не зеленеть, а уже начинает желтеть, начинает засыхать, и мы тратим лишние усилия, и в конечном итоге все равно не видим эффекта. Поэтому вот эта вот логика есть правильная о том, что мы... То есть будет внедрение капельного полива? Обязательно будет внедрение капельного полива. У нас проспект, центральная бульварная часть прорабатывается с капельным поливом. Скверы, которые мы разрабатываем, с капельным поливом. Планируется также и строительство фонтанов, реконструкция фонтанов по совершенно новым технологиям, для того, чтобы люди могли хотя бы отдыхать. И где планируется строительство хоть одного фонтана? Строительство именно. Нет, строительство у нас планируется на бульварной части проспекта Центрального. Ага. У нас планируется все-таки и предлагается о том, что на Соборной площади строительство нового фонтана. У нас планируется реконструкция на
фонтана в районі облгосадміністрації. Планируется на Флотском бульваре реконструкция фонтана. В сквере Аркасовском реконструкция фонтанов в нашем каскадном сквере. То есть даже в том самом сквере Европы оно тоже нуждается уже в обновлении, реновации. Это на Садовой, да, вы имеете? Да, на Садовой. Угу. То есть для нашего южного города наличие фонтанов, мест, где можно отдохнуть, освежиться, я думаю, будет очень-очень полезно. Окей. Спасибо вам за интересную информацию. А я с вами прощаюсь. С вами был Ігор Пох, программа «По фактам». До встречи.